Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал вкусного и здорового питания. В этом видео для вас представлен рецепт тайского салата, для приготовления которого понадобится полкилограмма пекинской капусты, 1 крупная морковь, 3 ростка зеленого лука, 200 грамм зеленого быстро замороженного горошка, 100 грамм арахиса, красный болгарский перец, лимон, 4 зубчика чеснока, молотый имбирь, 4 столовые ложки соевого соуса и 4 столовые ложки кунжутного масла. Для салатной заправки раздавить чеснок плоской стороной ножа и измельчить. Разрезать лимон на две части и выдавить из одной половины сок, соединив его с чесноком. Добавить 20 грамм молотого имбиря, кунжутное масло и соевый соус. Смесь перемешать и отставить в сторону. Пекинскую капусту нарезать соломкой. Также нарезать соломкой морковь и соединить ее с капустой. Болгарский перец очистить от места скрепления плодоножки и семян, затем нарезать соломкой и соединить с нарезанными овощами. Зеленый лук измельчить ножом. Соединить с овощами и добавить к ним зеленый горошек. Арахис измельчить ножом или блендером и посыпать им овощи. Салат полить заправкой и перемешать. Подать в красивой тарелке. Кому понравилось это видео и рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Живите счастливо, питайтесь правильно. Берегите себя и будьте здоровы. Пока!